Здравствуйте, дорогие друзья, соратники. Сегодня я хочу поговорить с вами о скрытом смысле русских народных сказок. Когда я поднимаю вопрос о ядерной войне в 19 веке, мне многие возражают, что, мол, если в то время были какие-либо события, то это нашло бы свое отражение в народном фольклоре. Ну что же, давайте вместе разберемся, что о событиях прошлого есть в народном фольклоре. Берем русские народные сказки и читаем между строк. Чтобы понять символизм русских народных сказок, то вспомним такую сказку, как «По щучьему велению». Помните, там был такой герой, Емеля? Он еще ездил на печке. Так вот, эта печка – обычный паровоз или любая другая машина, работающая на ископаемом топливе или дровах. В любом случае, чтобы понять смысл той или иной сказки, нужно представить себе образ мышления людей того времени. Приведу один простой пример. Допустим, я только что слез с пальмы, никогда в жизни не видел автобуса, не знаю, что это такое, не видел автомобиля и вообще колеса. А вот теперь попробуйте объяснить мне, да так, чтобы я понял, что такое автобус. Ну хотя бы попытайтесь. Моя дочка сказала так. Это корзина, которая катит людей, куда им нужно. Вот, точно, просто и понятно. Но теперь сравните это объяснение с тем, что вы знаете об автобусе. А давайте немного усложним. Объясните мне, что такое троллейбус. Ну, казалось бы, чего проще? Та же корзина, которая катит людей, но только с рогами. И тут я у вас спрашиваю, а зачем ей рога? И вы встаете перед выбором. Либо сказать чистую правду, что по рогам, в кавычках, бежит ток. И тогда вам придется объяснять, что такое ток, откуда он берется и как приводит в движение транспорт. Уверен, всех законов электротехники даже вы не знаете. А уж объяснить это человеку-дикарю – дело вообще неблагодарное. Он завалит вас вопросами и все равно ничего не поймет. Даже если вы каким-то чудом объясните, что такое троллейбус и как он едет, то следом я спрошу, а почему тогда первая корзина без рогов и едет? И вот тут вы понимаете, что проще сказать, что корзине нужны рога для красоты, типа мода такая. Со сказками все точно то же самое. И такими образными описаниями русские народные сказки полны от начала и до конца. Ведь помимо интересного сюжета, в каждой из них есть скрытый смысл, а порой и не один. Сейчас многие скажут, что, мол, все, что я расскажу далее, притянуто за уши. Это просто сказки, толковать их можно как угодно, насколько хватит фантазии. Но в том-то и смысл, что их можно толковать как угодно. Возможно, наши предки на это надеялись, что мы истолкуем их и прочитаем послание между строк. Итак, по официальным данным, официальной истории, в июне 1804 года происходит введение предварительной цензуры. Запрещалось печатать, распространять и продавать что-либо без рассмотрения и одобрения цензурных органов. В 1811 году создается Министерство полиции, в числе полномочий – цензурный контроль, то есть надзор над цензурным комитетом и уже пропущенными к печати и распространению изданиями. То есть цензура стала двойной. Итак, напрямую говорить было нельзя. Вот и была выбрана иносказательная форма передачи информации. Еще один немаловажный момент. Русские народные сказки действительно можно толковать как угодно, если по отдельности. Но только лишь одно толкование у всех русских народных сказок является общим. Лишь в одном толковании все сказки безупречно сходятся вместе. Я сейчас не буду перечислять и разбирать абсолютно все русские народные сказки. Для этого потребуется очень много времени. Я приведу всего лишь несколько примеров. А остальные сказки, друзья мои, вы сможете проанализировать сами. Просто следуя моему примеру. Посмотрите на них по-другому. Итак, сегодня на обзоре. Садко, «Аленький цветочек», «Кощей бессмертный», «Змей Горыныч». Начнем с Садко. Справедливости ради должен отметить, что Садко не совсем сказка, это былина. Согласно Википедии, былина – древнерусская, а позже русская народная, эпическая песня о героических событиях или примечательных эпизодах национальной истории. То есть рассказ, основанный на реальных событиях, как сейчас говорят. Основной темой повествования этой былины является поиск счастья за морями. И эта идея красной нитью проходит через всю былину неспроста, а чтобы отвлечь от деталей. А ведь вся суть именно в деталях. Первое. Садко выходит за городские стены Великого Новгорода вечером и общается с дочерью морского царя, которая появляется из воды, когда тот играет на гуслях.
Но Великий Новгород не стоит на море. Посмотрите сами по карте. До ближайшего морского берега 163 километра. Это Невская губа. Итак, от чего же, когда царевна выходит из воды, она представляется дочерью именно морского царя? Великий Новгород стоит на берегу озера Ильмень. Уж не его ли называют морем? Но почему царь тогда именно морской? Не озерный, речной или еще какой-то, а именно морской? Мы знаем, что наши предки давали всему осмысленные имена и названия. По одной из версий, название самого озера могло происходить от финского слова «ильмаа», что означает «воздух, небо, погода». Тогда почему же царь морской, если от моря 163 километра? Значит, на то были причины. И причина это морская вода, ведь она отличается по вкусу от речной и озерной. Морская вода соленая. Но подумайте сами, откуда в Великом Новгороде могла взяться морская вода. Второе. Главному герою можно попасть в подводное царство только через бурю, не через тихую воду. При этом подводное царство населено существами, похожими на людей, имеющими свою структуру власти, монархия, культуру, которые не отказываются от культурного обмена с другими царствами и народами, общаются на языке, похожем на язык людей на суше, и подводные жители могут выходить на сушу и дышать воздухом. Третье. В поисках птицы счастья Садко нашел, как ни странно, птицу Феникс. А если кто не знает, то согласно мифологии, птица Феникс может сгореть и вновь возродиться из огня. И еще одно. Эта птица могла усыпить многотысячное войско, просто начав петь. Вы можете представить себе птицу, усыпляющую армию? Четвертое. Кто управляет Великим Новгородом в этой сказке? Не царя, не цари, не князья, не бояре, а купцы. Именно они имеют все привилегии, им подчиняется стража, у них запас провизии, вооружения, одежды и всего прочего необходимого для жизни в постапокалипсисе. Как говорится, слишком много совпадений для одной сказки. А теперь, когда я вам обратил ваше внимание на эти детали, давайте попробуем услышать, что же хотели нам сказать предки этой сказкой. До моря далеко, но море пришло в Великий Новгород. Подводные жители общались на одном языке с жителями суши. То есть вода, в данном случае морская вода, это граница между эпохой «до» в кавычках и эпохой «после» в кавычках. До морской воды люди также жили, общались, увлекались культурой, ничем от нас не отличались. Ссора морского царя и морской царицы тому пример. Но потом эти люди или утонули, или их смыло море. Более того, город окружают круглые озера, которые являются ничем иным, как воронками от взрывов. А в эпоху после ценились уже не деньги, звания или титулы, а насущные вещи, необходимые для выживания, запас еды, вооружение. Как видите, все просто. Далее. «Аленький цветочек». Справедливости ради должен заметить, что сказку «Аленький цветочек» в привычном для нас виде записал и опубликовал в 1858 году Сергей Аксаков. Но его сказка основывалась именно на русской народной. Более того, сказка о заколдованном юноше, обращенном в чудовище, и девушке, которая силой самоотверженной любви спасает его и возвращает ему человеческий облик, встречается практически у всех народов. В Италии такая сказка называется «Зелинда и страшилище», в Швейцарии – сказка про принца-медведя, в Англии большая собака с мелкими зубами, в Германии летний-зимний сад, в России зачарованный царевич, в США красавица и чудовище. В Турции есть сказания о дочери патишаха и свинье, в Китае о волшебной змее, в Индонезии о муже ящерицы. Такой же сюжет встречается в сказках южных и западных славян. Названия различные, но везде чудовище и самоотверженная красавица. Всепобеждающая и всех спасающая любовь. Многие официальные историки считают, что этот сюжет является отзвуком древности, когда заключались ритуальные браки со священными животными. А теперь вспомним сюжет этой сказки. Брошенный замок в полном запустении, несмотря на сохранившуюся инфраструктуру. Люди боятся этого места и обходят его стороной. Там никто не живет, кроме чудовища. И не напоминает ли этот замок пустой город, в котором погибли все жители? И почему никто из местных до сих пор не решился занять этот пустующий замок? Боятся чудовища? Или боятся стать такими же чудовищами из-за мутации вследствие радиоактивного или химического заражения? А вспомните, как в сказке описывается причина, по которой хозяина замка заколдовали. Полюбил себя больше остальных, не отвечал взаимностью, то есть высокомерие. А это остановка часов сестрами. Манипуляция со временем, чтобы не дать вернуться
младшей сестре к чудовищу. Это явный образ нынешней манипуляции со временем, датами, чтобы скрыть неудобное и уходящее за существующие рамки. И еще. Какого сословия был отец главной героини сказки, не помните? Тоже купец. Совпадение? Не думаю. Следующая сказка. Кощей бессмертный. Игра слов «бессмертный» может звучать как «безсмертный» и как «бессмертный». То есть существо, которое не умирает, или существо очень плохое, но которое можно убить. Вспоминаем пример про автобус. Люди прошлого были умны и хорошо разбирались в науках и сути вещей, но, к сожалению, не все были такими, не все были грамотными. В большинстве своем жители сельской местности не умели даже читать и писать, поэтому сказки передавались в устной форме. Это мы знаем еще со школы. А вот теперь представьте, что видели эти люди, например, на войне. Вот еще один пример. С одной стороны, солдат с вооружением и в амуниции образца 2017 года. Назовем его солдат А. С другой стороны, солдат с вооружением и амуницией образца 1917 года. Назовем его солдат Б. Так вот, друзья мои, сколько человек типа солдат Б необходимо, чтобы победить одного солдата типа А? Современное вооружение, индивидуальная броня, умение все это использовать в бою против винтовки, трехлинейки и револьвера. Конечно, рано или поздно солдат А будет повержен. Но какой ценой? Выжившие в том бою солдаты Б зовут своего противника безсмертным. А ведь по сказкам Кощей также носил броню, помните? Но зачем она ему, если он бессмертен? Однако даже бессмертного можно все-таки умертвить. Помните, достаточно сломать иглу, которая в яйце, яйцо в утке, утка в зайце, заяц в ларце на высоком дереве, дерево на краю пропасти где-то очень далеко. Это, конечно, аллегория, которая показывает, что бессмертное существо все же можно убить, но это непросто. Если рассматривать другое толкование Кощея, бессмертный, то становится еще интереснее. Приставки «бес» в русском языке никогда не было. А замена истинной приставки «без» на «бес» грубо искажает смысл слова. Искусственно внедренная приставка «бес» обращается в корень и означает нечистый дух, состоящий на службе дьявола. После 1917 года коммунисты поменяли орфографию для таких слов, как «безценный», «бесполезный», «бесчеловечный», «беспринципный», «бессовестный», «бессмысленный», «бесславный», «беспощадный», «бесплодный», «бессодержательный», «беспомощный» и так далее. И заставили писать все эти слова с приставкой «без» вместо «без». Казалось бы, какая разница? А разница велика. «Без» — это отсутствие чего-то, а «без» — житель потустороннего мира. В таком толковании имя, прозвище Кощей явно указывает, что его можно убить, хоть это и нелегко, судя по тому, где находится его игла. Следующая сказка. «Змей Горыныч». Снова вспомним пример про автобус. А теперь попробуйте объяснить мне на примере автобуса, что такое самолет. Допустим, я его тоже никогда в жизни не видел. Моя дочка объяснила так. Железная птица, которая перевозит людей у себя в животе. Просто, понятно, доступно. Теперь усложним. Объясните мне, что такое военный самолет? Ну, соответственно, это железная птица, у которой в животе огонь. А сколько пилотов сидит в кабине самолета? Один, два, три. А сколько голов у Змея Горыныча? Уж не пилот ли это, который высовывается в окошко? Если отрубить одну голову, вырастает новая, уж не занимает ли место погибшего его товарищ? Соглашусь, такое в авиации бывает не всегда, особенно если самолет одно-двухместный. Но если это тяжелый бомбардировщик, у которого по бокам и хвосте стоят свои пулеметные расчеты, такое вполне возможно. Тогда людям на Земле достаточно всего один раз увидеть эту замену. Если они не знают, что самолет — это машина, то будут думать, что у птицы, дышащей огнем, выросла новая голова. Вот и сюжет для сказки готов. Вот, друзья мои, я показал вам пример. Остальные сказки попробуйте разобрать сами и напишите в комментариях, что у вас получилось. Уверен, вы откроете для себя много нового. Засим не прощаюсь. Всего вам доброго.